Ярмарки, интерактивные инсталляции и зимние забавы. Что ждет чебоксарцев в преддверии новогодних праздников и в последнюю ночь уходящего года. Новогодний бульвар в этом году переместится с площади Республики на Красную площадь. Там же, по традиции, расположится резиденция Деда Мороза и главный городской каток. Волшебник начнет встречать малышей уже с 24 декабря. Дети смогут не только загадать желание и пообщаться со сказочным персонажем, но и сделать сувениры в его мастерской и поучаствовать в квестах. По соседству откроется новогодняя ярмарка и площадки для занятий спортом. Вот в течение декабря и января во все новогодние каникулы проходить большое количество мероприятий, в том числе и мастер-классов на катке с нашими известными хоккеистами, фигуристами. Выйдет на лед школьная хоккейная лига. Наш хоккейный клуб «Чебоксары» тоже появится на льду Красной площади. Красная площадь превратится в сказочный театр, где каждый вечер будут разыгрывать представления для детей и взрослых. Чебоксарские парки также подготовили много интересных проектов. На время праздников все они превратятся в резиденции сказочных персонажей. Лакреевский парк предложит окунуться в сказку Гофмана «Щелкунчик». А в детском парке имени Андриана Николаева на время обоснуется «Снежная королева». Ну а в новогоднюю ночь главным местом празднования для горожан станет Красная площадь. Здесь запланирована большая концертная программа с фейерверками.